Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля. У нас сегодня с вами начинается новый влог. Девочки, влог у нас будет такой в поездке. Мне надо съездить в Орск. 2,5 часа, девочки, на жаре, в газельке. Ой, не представляю, как это будет. Вот, нужно съездить по делам. Сына я оставила, естественно, дома, с собой тащить не стала. Сейчас он с дедом. Там у них какая-то развлекательная программа, не знаю. Вот. Единственный нюанс, что я не знаю, успею ее вернуться или нет, потому что у нас сократилось количество маршруток. Обычно они ходили чуть ли не, знаете, не каждые полчаса, а это с этой пандемией все уменьшилось в разы. И обратная с Орска у нас тоже раньше что-то там было в 7-10 или даже и то позже, не помню уже, если честно. А сейчас последняя там в 5-10. Ну, короче, я не знаю, я успею или нет, потому что приеду я в 4. Девочки, 2,5 часа езды, и поэтому получается так. Вот, раньше была газелька еще на 1:20, ее сегодня отменили. Короче, повезло так повезло. Ну ладно, посмотрим, что будет. Оставайтесь, поехали. Девочки, у нас остановка. Час езды всего прошел. Вот, еще полтора. Ну, в газельке, думала, естественно, будет жарче, но везде открыты окна. И получается, я так села, знаете, что на меня поддувает чуть-чуть, но на меня напрямки не дует. Вот, сейчас передохнем, похожу, прям отвыкла, и поедем дальше. Девочки, еще хочу зайти вот в такой магазин, он здесь «Чистый мир» называется. Здесь что только нету. Сейчас зайдем, покажу вам. Он просил выбрать лак. Надо ей какой-то выбрать. Сколько много? Какие хочешь. Очень много белорусской косметики. Мне очень нравится белорусская косметика. Классные помады. Люкс и Заш Пинап. Вот эти по 162. Прямо огонь. Девочки, вы представляете, пока я была в магазине, начался дождь. Вообще круто. Дождь идет? Я вообще в шоке от этой погоды. Капец. А ехать-то надо? И причем такой нехиленький. Буду вся мокрая. Девочки, как вы поняли, я уже приехала. У меня поездка без приключений, не поездка, честное слово. А, вроде выехали нормально. Доехали вот до Домбаровки, да, где у нас был передых 5 минут. Девочки, он заводит, она не заводится, машина. Он 15 минут заводил машину, вы представляете? Ужас просто. Он заводит, она глохнет. Он заводит, она глохнет. Кошмар. И получилось так, что мы вообще изначально до Домбаровки поехали. Народу была, ну, как бы не полная газелька. А в самой Домбаровке, короче, сели люди, и получилось, что газелька полная. И вот за этот промежуток, пока он не мог тронуться, мамы, папы, которые именно были с детьми, все повыходили. Потому что мало ли, может, всякое может быть, правильно? Тем более, как бы дорога, жарень бешеная. Вот, повыходили, он кое-как завелся, мы уехали.
девочки, как назло делают дороги в трех местах. Был светофор, то есть там длинный участок, где идет ремонт. Один участок, где просто уступи дорогу, но ладно, хоть с нашей стороны. И везде, девочки, во всех вот этих трех светофорах у нас был красный. Потом уже здесь под Орском поселок есть, он останавливается, там люди тормозят, она глохнет. Девочки, скупой плоти дважды, вот честное слово. И знаете, уже с Домбаров, когда выезжали, уже все, знаете, как бы напряглись. Я просто такая говорю, все помолились. И почему-то газель восприняла, ну, кто сидел в газели, имею в виду, восприняла это как шутку. Все так засмеялись и все. Но, девочки, я реально, я сидела и молилась. Потому что, во-первых, это дорога, мало ли что. Да, хорошо, если есть там кому приехать забрать. Допустим, если бы мы застряли в Домбаровке, ну куда деваться, папа бы приехал. Там, в принципе, 40 минут и уже здесь, ну, в Домбаровке. А если где-то дальше, или где сети нету, что бы мы делали? И уже все так уже, она когда завелась, давай, поехали, гони, я не останавливаюсь. Девочки, ну это вообще что-то с чем. И получается так, что, естественно, мы едем дольше, мы опаздываем. Сейчас уже на часах 18:20, пока я все дела сделала. И все, я не успеваю на последний газель. А на сегодня 6:30. Круто. Так что я иду домой. И сегодня я ночую в Орске дома. Ребенок остается с моими родителями. Я еще, девочки, хотела задать вопрос. Вот как вы, когда вот идете, снимаете, и на вас все так странно смотрят, как вы себя чувствуете внутри? Потому что у меня прям дискомфорт, еще не привыкла к этому. А вы как? Расскажите, будет интересно. Увидимся с вами. Еще надо в магазин зайти, а потом дома. Девочки, смотрите, у нас здесь такой мини-рынок возле дома. Кто домашний, а кто что? Цены, слива. Конечно, ничего не буду брать. Интересно, почем арбуз? А почем арбузы? 27. А они чьи сейчас? А? Малинка. А почем малинка? 150. А если килограмм? 450. А почем абрикосы? 40-80, девочек. Обалденный абрикос. Без вязкости, без этого, без малинка. Девочки, дубль 2. Другой чистый мир. Уже рядом с домом. Надо зубную пасту сунуть в щетку. Ага, она здесь есть такая детская. Иконка. Зубную щетку бы ему уже поменять. А вон от 2 лет, наверное, вот такая у нас наподобие. Вон вот та вот. И она вот такая сине-желтая. Так, и надо еще свою пасту. Смотрите, я, главное, абрикосы покупаю, у меня около дома растут. На земле вон даже. Валяются. Смотрите, какая красота. Прямо около дома. Прям. Такое ощущение, что я у бабушки оказалась. Даже я дотянулась. Смотрите. Ну, конечно, еще. Ну, поярче в руках у меня выглядит, чем на камере. Ну, круто же, девочки. Смотрите, какие у нас здесь цветы. Ой, красота. Вот что значит 3 недели не быть около дома. На-на-на-на-на. Красота какая. Красота. Девочки, здесь абрикосы, а здесь вишня. Короче, хочешь фруктов, пошел, вышел и наелся. Смотрите. И никто, самое главное, не рвет. Тут, понимаете, оно вот в доступности, вот можно нарвать там на уровне лица.
Нет, никто не рвет. Смотрите. Красота. Пошлите домой, я кушать хочу, девоньки. У нас время на улице 7:07, а я еще не обедала и не ела. Нарушение! Девочки, дом, милый дом. Ну, у меня мама всегда, кстати, обижается, когда я говорю «дом, милый дом», если что, я хочу домой, в съемную квартиру. Вот, но хочу сказать, мамочка, не обижайся. Да, это мой дом, это дом моей семьи, а ваш дом, так скажем, это родительский дом, он совершенно другой. Он самый теплый и родной. Вот. Так что, девочки, хочу вам пожаловаться. Это не жалоба, я просто поставила чайник, сейчас буду кушать, пить кофе. Короче, зашла в Пятерочку. Купила, кстати, там, сейчас быстро покажу. Что купила-то, господи. Вот такой Активи взяла себе со злаками. Вдруг вечером, по-любому что-то вечером захочу, потому что я сегодня мало поела. Кстати, есть. Сейчас у меня будет на ужин. Ну, уже ужин, да. Ну, что делать? Тунец, вот такой банк тунца и рис. Короче, взяла вот такую Активию со злаками. Захотелось со злаками. И взяла вот такие вот сливки за место молока, потому что буду пить кофе, а кофе без молока для меня не кофе. Так вот, девочки, хочу рассказать вам вообще. Я просто в шоке от нынешней молодежи. Сейчас стою в Пятерочке. Уже подхожу к кассе, и, знаете, слышу еще так вот, не доходя кассы, как будто кто-то с кем-то ругается, разбирается. Знаете, бывает, как там он товар приносит, что-то там, ну, испорченное или еще что-то. Подхожу и понимаю, что стоит, вот знаете, заматериться хочется. 20-летний пацанишка, не знаю, как его назвать, и ругается. Ему говорят, одень маску. Нет, я не буду одевать маску. Мы типа без маски не обслуживаем. Он, короче, наглухо отказывается одевать эту маску. Вызывают старших, так скажем, да, начальников. И они ему тоже говорят, оденьте маску. Он отказывается. Получается, создает, во-первых, очередь за собой. И вот переговаривается. Девочки, я настолько вот устала. Вот знаете, в такой вот момент, когда я такая уставшая, мне вот спичку дай. И самое интересное, стоят два мужика передо мной и молчат девочки, причем такие взрослые, ему в отцы годятся. И молчат. Я уже, девочки, как рыкнула. Говорю, молодой человек, вы, говорю, будете здесь стоять, переговариваться и очередь создавать? Говорю, я себе не хочу, говорю, вот это слушать. Не хотите брать, уйдите. Я говорю, вам сложно, говорю, одеть маску, в чем проблема? А понимаете, переговаривается ему начальник, вот, старший кассир, так скажем, правильно, говорит, что губернатор, указ губернатора, что магазин не обслуживает без масок. А он усырается, что вот нет такого. Я читал. Короче, девочки, я как взбеленилась. Я вот не люблю вот это. Ты или отойди, или что ты очередь создаешь. Короче, я на него наехала, девочки, так? И он такой, я потом уже говорю, ты уважение, говорю, а вот он с таким хамством разговаривает, а перед ним стоит, извини меня, не девочка, женщина, ей уже, знаете, лет 40. Я говорю, она тебе в мать годится. И он тут переходит, естественно, ко мне на личность. Ты типа, я говорю, вообще, говорю, хоть какое-то уважение имей, ты свою маму уважай. Я говорю, да вот я свою, говорю, уважаю, я говорю, по твоему воспитанию, говорю, я вижу, что ты не уважаешь свою маму, если ты так, говорю, имеешь право разговаривать с чужим, говорю, посторонним тебе человеком. Да мне там мат трехэтажный развернулся и пошел. Девочки, я в шоке от молодежи. Я не знаю, если я от своего сына когда-нибудь такое услышу, вот честно, ему мало не покажется. У меня было такое воспитание. У меня в семье, девочки, мата не было. Я никогда его не слышала. У меня мат для папы, как красная тряпка. И вот у меня сейчас такое же, хотела подойти, как дать ему леща. Вот реально, девочки, вот стерпела. Еще вот это вот на взводе, то, что уставший, уже есть хочу. Он еще тут стоит мне, орет. Короче. Вообще, девочки, Юля, выдохни. Пошла я ужинать, пошла я добреть. Вот.
Вообще хотела сегодня еще заснять болтологические видео. Думала, как раз вот я буду одна, да, вот Кирюхи не будет, лезть не будет, нигде кричать, типа, его любимых «ам», когда мама камеру включает, не будет. Но просто сейчас понимаю, что я хочу вот покушать, искупаться и расслабиться. Так что простите меня, мои дорогие, но запишу попозже. У меня папа с понедельника пойдет в отпуск. Я там думаю, что время у меня будет побольше такого, чтобы мне никто не мешал сконцентрированно, да, все записать. И потом все запишу. Ладненько, не обижакайтесь. Девочки, конечно, не это, у меня сегодня не тарелочки мои, которые обычно выкладываю, но покажу, что я вам буду есть. Вернее, вам покажу, что я буду есть. Вот такая морская капуста. Очень хороший вариант, когда не хочется, вот, знаете, брать помидоры, огурцы, что-то, салат. Тунец, банка тунца. Без масла, который идет, тоже хороший вариант. И бурый рис с соевым соусом. Так что я буду кушать и пойду в душ. Девочки, хочу вам показать, что я купила в магазине «Чистый мир». Вообще ходила туда, у Кирилла уже поизносилась зубная щетка. Купила вот такую вот с миньонами, наподобие. Такая же была у нас, только без ничего вот этого. Вот. Потом купила все-таки я вот такую зубную пасту. Хотела, конечно, взять локолют. Но думаю, попускаем сначала хорошо научиться зубки чистить, да, а потом уже брать подороже зубную щетку. Как вы думаете, правильно сделали или надо было локолют? Вообще напишите, какой фирмы у ваших деток зубная паста. Какую хорошую, что посоветуете. Вот такую взяла. Себе взяла, давно смотрела на вот эту фирму. Это Белита. Pure Green. Здесь паста пилинг для лица, зеленый чай и кактус. Очень хорошие отзывы. Эффективно очищает поры от загрязнений и продукции сальных желез, отшелушивает мертвящие клетки, освежает, обновляет, разглаживает, предотвращает образование прыщей, выравнивает поверхность. И подготавливает кожу к последующим этапам ухода. Ну, если прям он, девочки, все это делает, то это прям вообще чудо-средство. Хотя читала отзывы классные. И сегодня прям хочу попробовать, потому что кожа моя вообще капец, особенно после дороги. И взяла вот такую вот сыворотку для лица той же самой серии «Себа Баланс и увлажнение». Хоть у меня кожа очень жирная, летом становится, так она у меня комбинированная, да, а это летом очень жирная. Вот тоже хочу попробовать. Еще это взяла в Пятерочке вот такую вот корейская маска. Она стоила, девочки, 57, что ли, рублей. Вот хочу сейчас умыться, помыться, да, сделать вот эту пасту пилинг, кожу почистить, вот эту масочку, потом сыворотку нанесу, потому что прям кожа моя кричит help, честное слово. И купила вот этот вот лак для мамы, прям передается правильный цвет, это Golden Rose Metals, металлик. И вот себе вот такой, ну передай правильно цвет, ну что-то вот похожее, это я уже взяла себе. Не знаю, попробуем такой, но на ногах хочу накрасить. Вот хотела что-нибудь такое оранжевенькое с блесточками. Так что вот этим я точно сегодня займусь. Спокойно перекрашу. И, девочки, купила себе зеркальце. А то как коснись, у меня зеркальце, вот чтобы в сумке посмотреть, девочки, нету. Вот такое вот двойное. Так что, а то мне оно надо было. Но это не цена. Цены здесь. Ну, что-то в пределах 100 рублей, короче, я взяла. 86 рублей оно стоило. И все. Такие вот у меня были покупочки. Девочки, ну что, искупалась, сижу, кайфую. Правда, вот выйти с душа, да, вроде бы. Что сделала? Вышла с душа, ничего такого, но кайф получаю еще тот. Нанесла вот эту вот пилинг, про который я говорила. Я, девочки, забыла и не посмотрела. Знаю, что хорошие отзывы, но забыла, что здесь в составе идет зеленый чай, экстракт кактуса, салициловая кислота и молочная кислота и акноцидол. Вот этот у него и проходить нужно курсом 6-8 раз написано, по-моему, да, 6-8 раз и через 7-10 дней. То есть нельзя там раз, два, три дня делать. Буду так и делать, посмотрю, будет результат. И вот такой вот по-хорошему вот это нельзя наносить, если собираешься на улицу. Вечером-то еще ничего, уже здесь не сильно активные кислоты.
Если используете что-то из кислот, то нельзя ни в коем случае кислоты, тем более активные, использовать в принципе летом нельзя. И если вот такие вот какие-то слабенькие, как салициловая, молочная кислота, такие вот в небольшой дозировке они идут, то только желательно вечером и лучше использовать все-таки SPF. Но SPF-то у меня дома. Я думаю, что ничего страшного такого ахового не будет. Тем более сейчас уже солнышко садится, и я туда не собираюсь. Вот. И еще написано, что первое применение 5 минут. Так что я подержу 5 минут. А вам предлагаю посмотреть, чем же сегодня занимались мои родители с Кириллом. Какая у него была развлекательная программа. Гляньте. Вон у нас Кирюха какой, да? Че ты бубу ешь? Да ты че? И что, большая бума? Да. Большая. Но у него лучше получается из мисочки, чем с кустика. Да? Вот она какая. Тут буба у нас. Большая. И тут много-много. Да? Вот ты большую, Кирюш. Вот так, доставай ее, доставай. Вот туда потихоньку топ. И вот она. Кушай, кушай. Стоит машинка, стоит. Ну вот как-то так. С дедом поехали ягодку есть, да? Да. А ягодки вкусные? Да? Что, вкусно, Кирюш? С дедом чай пью на балконе. Скажи, я еще чай не пил, он горячий, да? Я ягодки ел, скажи. Да? Вкусно? Ой, кто там нас объел? Баба! Баба объелася? Нет. Баба снимает. Скажи, а мы лопаем, да? За две щеки, скажи, баба. Бра. Что там у тебя машина? Какая машина? Ха. Красная? Ха. Ну так баба поняла, что красная. Где мой Кирилл? Машину вижу, а Кирилла не вижу. А где Кирилл? Ай! Где? Ку-ку! Мама! Что, уйти? А где это, Кирилл? Ты спрятался от бабы? Ой, аж самому смешно. Скажи, баба меня не может найти. Вылезай. Потихонечку. В жмурки с бабой играли, да? Что, еще хочешь туда?
Ну все. Бабу! Да ты что, прячемся? Не, правильно отвечай. Бабу! Бабу! Ку-ку-ку, ку-ку-ру, ку-ку-ру, ку-ку-ку. Как вы поняли, я уже приехала, присела около дома, чтобы с вами быстро переговорить. А, девочки, сегодня вообще поездка, и по сравнению со вчерашней, это небо и земля. Сегодня поехала на маршрутном такси, у нас ходит одна единственная машина, вот так я, рейсом Ясный, Орск-Орск Ясный. И вчера я, к сожалению, просто на нее не попала, она с Ясного уезжает в 12 утра. Вот. И получается, девочки, я выехала с Орска без 28, приехала я уже без 20:10. Девочки, красота, все равно такой комфорт в машине, еще кондиционер, не жарко, просто супер. Еще было все хорошо, если бы Юля не проспала. Я поставила девочке вчера будильник на то время, которое я легла, только сегодняшним числом. Нормально? Это как я так будильник ставила? Вот что значит забыть, что такое будильник. Ну ладно, пошлите скорее посмотрим реакцию Кирюшки, как он меня увидит. Все-таки без меня практически, ну как вечер и ночь, да? Пойдемте посмотрим. Киса куда? Нет. Пошли машинку оттуда забирать. Нет. Потом слезай, потом. Потом. Ну там же ж киса, там же места больше нету. И палец не надо в рот. Слезай. Кто это там? Мама на автобусе пока в таком большом ехала. Да? Иди скорее. Иди скорее. Иди скорее. Ну! Кто там? Кто? Девочки, вы что? Ой, боже, как будто месяц не видела. Плохо спала сегодня. Не могла уснуть. Скажи, мама, пускай меня. Красивые. Красивые ногти. Ой, кому, чего тебе ногти? Ой, тихо. И что, я тут не могу забрать его туда киси. И все, там киса залезла. Бегемот. Сколько книг много. Бегемот. А где там ежик, посмотри. Где ежик? Вот как он делает. Как ежик делает? Вот так. А хрюшка где? Свинья. Куда? Свинья, да. А дятел? Как он делает? Стук, 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 стук. Да. Да, мама на большой машине ехала. Во. Большой. Скажи, мама, я даже не вспоминала. И даже мама не вспоминала. Ну, хорошо. Вот так рулил дядя, да. Дядя. Дядя вот так. Мама. Мама не рулила, мама не умеет. Мама прав, нет? Дядя. Дядя рулил. Будешь книжки читать? Будем, скажи с мамой. Черепаха. Сесть маме? Мама. А можно мама сначала покушает? Ты кушал с бабой? Кушал? А мама нет. Правильно отвечай. Мама покушает, и потом будем с тобой книжки читать, ладно? Пойдем. Только как с дедом, вечером пойдем. Дедя. Да. Вчера ездил с дедом? Мама видела. Рэпис кушал. Да, на машине тоже с дедом ехал. На большой? Мама! А мама на большой? Скажи, мама, что ты не то говоришь, да? А. Да.